Всем привет! Сегодня буду готовить хашламу. Буду готовить ее в казане. У меня говядина килограмм, пиво светлое 2 литра, картофель килограмм, лук килограмм, баклажаны килограмм, помидоры килограмм, болгарский перец килограмм, 2 острых перца, пучок, укроп и петрушка, чеснок, красный перец, соль и черный перец. Для начала нужно все буду говядину порежу небольшими кусочками. Буду резать вот такими кусочками. Мясо я порезала. Теперь его вставляем. Будем резать овощи. Лук я порежу на полукольца. Баклажаны, болгарский перец и помидоры кусочками. Такими кусками. Болгарский перец тоже вот такими кусками. Для начала в казан укладываем мясо. Разровнять хорошо надо. Следующий слой у нас идет лук. Разровнять, посолить, потом поперчить. Следующий слой идет баклажаны. Посолить. Черный перец. Следующий слой — болгарский перец. Потом немножко острого перца. Посолить чуть-чуть. Поперчить. Потом помидоры. Чеснок. Тут сверху укладываем картофель. Я вот такими кусками порезала. Маленький целиком. Теперь острый перец оставшийся.
черный перец. И паприка. Заливаем все это пивом. Накрываю крышкой это все дело наше. Буду разжигать огонь и делать его очень медленно. И буду все это готовить час где-то 2-2,5 часа. Прошло 2 часа. Теперь высыпаем. Зелень. Открываем крышку еще минут 10. Хашлама с говядины на пиве готова. Всем приятного аппетита и до новых встреч!